its destiny, and yet achieve only an early grave. Can you dig it, sucker? Sucker! Только падая, можно понять, умеешь ли ты летать. Именно этот слоган ярко подходит к игре и характеризует ее в целом. После демо-версии многие могли сделать вывод, что игра полностью изменится. Меняет жанр, идет совершенно в другом направлении. Но все же разработчики не стали кардинально менять игру, и Dragon Age 2 осталась родственницей Origins. Правда, со своими изменениями, которые зачастую были направлены не в самую лучшую сторону. Первое, что бросается в глаза, так это масштабы игры. Если в первой части нам давалась довольно-таки большая территория своими уникальными локациями, то в второй части нам пришлось обходиться одним лишь городом. Да, тут есть свои районы, таверны, но ближе к середине игры они начинают дико надоедать. Боевая система также потерпела изменения. В сравнении с первой частью, скорость боев увеличилась 2-3 раза. Теперь вы не увидите нудных размашистых ударов или нелепых выстрелов магов. Здесь же все сделано намного динамичнее. Даже обычные удары через правую кнопку сопровождаются сочными комбо-приемами. Все персонажи, будь то маг, вар или рога, стараются показать себя во всей красе. И даже при применении специальных приемов начинают выпендриваться прямо у вас на экране. Интерфейс Dragon Age полностью перекочевал с последнего Mass Effect. Решение довольно-таки странное. Зачем было брать из космической вселенной, где персонажи стреляют из суперпушек, кидать это все в фэнтезийный мир, где герои орудуют мечом и щитом? Непонятно. Способности были хорошо упрощены. После того хлама, который был в Awakening, разобраться в этом всем стало намного легче. На 7 и 14 ступени вы также выбираете специальность. Спутники же лишены такого удовольствия и обходятся лишь парой стройкой специальных приемов, одни из которых зависят от того, в каких вы с ними отношениях. Тактика осталась без изменений, если не считать тот факт, что по умолчанию персонажи стали использовать намного больше приемов и намного эффективнее. Поэтому новички не будут тратить время, как это было в первой части, чтобы во всем это разобраться. Инвентарь пополнился новой вкладкой под названием «Хлам», где собраны все ненужные вещи, которые застряли в обзоре первой части. Броню же теперь одевать может только главный герой. Спутники же лишены этой возможности, и вы только можете апгрейдить их мундирование и вставить пару-тройку рун. Дневник и кодекс остались такими же, как и в первой части. В них полно букв, и, скорее всего, в кодекс вы вообще никогда не зайдете, а в дневник будете смотреть только до выполнения побочных заданий. В принципе, все как обычно. Что же касается сюжета, то тут события игры происходят на протяжении 10 лет, параллельно событиям первой части и после них. Главным персонажем является Холл, который, спасаясь от Мора, вместе с семьей бежит из Лотеринга в Вольную Марку, где и попадает в Кирку. История повествуется другом Холла, новым Вариком, которого допрашивает некий инквизитор Кассандра, явно заинтересованный в некоторых событиях из жизни главного героя. Собственно, действие состоит из трех частей, каждый из которых описывает один год из жизни Холка в Кирквилле и предыстории, показывающие бегство из Лотеринга и прибытие в Кирквилл. Первая часть проходит через год после прибытия и описывает подготовку к экспедиции на глубинные тропы, ну и собственно саму экспедицию. Здесь Холк знакомится со всеми спутниками, даже с Себастьяном из DLC. Количество дополнительных и побочных заданий здесь самое большое. Вторая часть проходит через 3 года после первой и описывает конфликт с Кунари. В третьей же части Холк в титуле защитника участвует в конфликте между магами и храмовниками. Там вам, кстати, придется выбрать сторону, либо остаться в нейтралитете. И да, все три части мы будем бегать по тем же самым локациям, по тем же самым районам, переулкам и тавернам.
Это самый серьезный недостаток в игре. Из-за этого многие издания поставили самые средние оценки. Судите сами, бегать по одним тем же уровням и локациям где-то 30-40 часов, если вы, конечно, будете делать все дополнительные побочные задания, это чистое безумие. Дело даже доходит до смешного. Если в начале игры вы в мелких локациях стартовали с одной точки карты, а заканчивали до другой, то ближе к концу игры становится совершенно наоборот. С конца вбежите в начало. А если еще учесть тот факт, что ни одна локация полностью не изменяется, меняется только расположение бочек с лутом, то тут игра начинает уже дико раздражать. Плюсы в игре тоже присутствуют. Здесь так же, как и в первой части, отличные побочные квесты. Улучшенная система диалогов, которая также перекочевала из Mass Effect 2, но была слегка улучшена. Тут, правда, на выбор у нас всего три варианта. Первый честный, благородный, второй шутливый, а третий для плохишей, там, агрессивный. Также BioWare сунули перенос персонажа из первой части. Правда, он делает такое мифическое ощущение нужности. Да, конечно, сейвы работают даже если вы прошли DLC, но вам за это всего дадут пара побочных квестов. Как это с сюжетом второй части не связано. Просто приятно вспомнить то, что вы проходили пару лет назад. И не более. Шмоток, как обычно, с гульки нос. Хотя все понимают, что персонажа мы одеваем всего одного, а не как раньше, в десяток. Но все равно три сета основных, которые мы убиваем на протяжении всех трех актов. Ну и плюс парочка дополнительных у Роги и у Мага. Это все равно не то, что все ожидали. Персонажи сделаны на 10+. Получше первой части уж точно. Правда, BioWare добавили резкие замашки на тему «Мы можем нажать один раз на сердечко и перескинуться всеми персонажами мужского пола». Или «На выбор в борделе вам всегда предоставляется два мужика и одна девка». Это, конечно, очень странное впечатление остается у игры. Вообще, о чем могли думать создатели игры, я вообще не понимаю. Графика оставляет очень приятное впечатление. Никаких блевотных ощущений, которые ожидали игроки в демо-версии, тут нет. Даже наоборот, игра поддерживает DirectX 11, которого до сих пор нету во втором Crysis. Картинка выглядит очень и очень достойно. Также хотелось бы отметить баланс в игре. Если играть на легких или средних настройках сложности, больших проблем вам игра не предоставит. Маги там творят какое-то безумие. Мало того, что враги появляются, именно появляются волны, они стоят, как раньше, в разных местах, то и enemy до магов-то и не добегают, они полностью справляются со всеми пачками, которые на вас движут. Правда, можете умирать на парах боссов, правда, они тоже, своим умом не блещут. Редкий раз, когда босс делает какую-то уникальную способность, там, нужно убежать за скалы, чтобы вас там не зауешь и прочее. Остальные же тупо агрятся на танка и отводятся от ДДшников. Вы с ним справляетесь без особых проблем. На хардкоре же дела обстоят намного лучше, но и тут смысл заключается в быстром нажатии кнопки паузы. Бои теперь протекают намного быстрее, из-за этого контроль над персонажами должен быть намного четче и лучше, иначе вы просто проиграете. В целом же игра выглядит хорошо. Да, конечно, разработчики решили поэкспериментировать и добавили кучу фишек из своего же детища Mass Effect, которые в большинстве своем просто не приелись к этой вселенной. Ну, как я и говорил в начале выпуска, только падая можно понять, умеешь ли ты летать. С вами был Александр Ефремов, пока!